Привет всем, с вами Евгений Мишин. Сегодня хотел поговорить про топик для тех, кто хочет уехать в Америку или в другую страну англоязычную и не разговаривает совсем по-английски, то есть даже только how doing или как дела там, how are you знает. Но вот у меня история такая, что я жил в Питере, у меня всегда была цель уехать в Америку. И, конечно, времени у меня не было языка учить. Нанимал я в Питере учителя на дом. С утра, как обычно, перед работой приходил ко мне на час. Но, как правило, толком ничего не получалось. Он ко мне опаздывал, то есть 30 минут. Толком ничего не давал, домашнее задание ничего не делал, в общем. И поехал в Америку без знания вообще языка. Многие, конечно, мне говорили, что я ничего не добьюсь, так как английского не знаю, ничего не получится. Но я считал, что английский можно выучить, находясь здесь. Тем более у тебя будет очень много времени общаться с людьми, которые здесь живут, англоязычными, то есть англо-американцы-язычными. Но так я и сделал, приехал сюда. Самое главное, что для меня было оформить мои бумаги. То есть получить какой-то вид на жительство. Для начала это была рабочая виза. То есть через спортзал я оформил рабочую визу. Потом как профессионал выступил на ходатайство на грин-карту. Я спонсором был и так получил грин-карту. Потом паспорт. В общем, есть тут такие школы для малоимущих. То есть от государства. Как правило, здесь, то есть 2-3 раза в неделю тебе это делают, то есть приходишь на курсы. У меня тоже это не получилось, походил где-то 2 месяца, 2-3 месяца, то что надо было искать работу, и работал ночью в охране, поэтому приходил туда, фактически спал. Понял, что тяжело будет с этим изучением, и начал, то что деньги были нужны поначалу, начал больше работать. Ну и подумал, что не буду вообще общаться с русскоязычными, так как многие приезжают сюда, едут в русскоязычный комьюнити и тем самым ограничивают себя возможность изучения языка. То есть я знаю некоторых людей, здесь живут по 20 лет и так до сих пор они не общаются. Говорят, понимают, но словарный запас очень маленький, поэтому ничего не получается. Так и живут в этой русской комьюнити, то есть на Брайтон-Бич, как правило. Некоторые живут в Квинси, тоже комьюнити есть русскоязычных, то есть выходцев из Советского Союза, СНГ, стран СНГ. Что я сделал? Я просто стал ходить в кино, фактически каждый вечер. Ходил на ночные сеансы, бывал даже по 2 кино смотрел. То есть просто слушал, сидишь, как правило, 2 часа просто слушаешь и запоминаешь, что они там говорят. Как правило, многие месяцы ушли, конечно, просто так, на слушание. И я устроился в зал, то есть меня взяли даже без документов работать. То есть в зале проводил с 6 утра и буквально до 12 ночи. То есть, конечно, были перерывы, когда ходил на еду, там, выходил из зала, где-то в парке гулял. Там. Ну, то есть факт то, что в городе проводил где-то 18 часов, и я постоянно слушал людей, о чем они говорят на английском. Носил с собой словарик, ну, как правило, с разговора запомнишь слово, и потом начинаешь, то есть, как-то выкладывать предложение и переводить, то есть, по словам, которые запомнил. То же самое у меня произошло и с моим адвокатом, когда я нашел адвоката, то есть, мне его зал дал, и приехал к адвокату, я так и не понял, о чем говорит, но я старался запоминать слова, которые мне говорит, и приезжал домой, все это по справочнику высматривал, там 2-3 слова, как правило. Ну и примерно понимал, что от меня требует. Хотя он такой спрашивает, что understand, ты меня, говоришь, понимаешь? Я говорю, улыбаюсь, но я говорю, что да, understand, на самом деле ничего не понимал. Ну и так я учил английский язык. То есть также помогает, когда общаешься с клиентами в зале. То есть тренируешь человека и не понимаешь, что он тебе рассказывает. Но ты его просишь перевести с английского, то есть с английского то, что он сказал, и как-то в простых словах, там же, в том же английском,
объяснить, что он тебе сказал. То есть с английского на английский и понимаешь. Конечно, это поначалу в первые 2-3 месяца будет тяжело, но я думаю, месяцев 6 проходит, уже в принципе накапливается словарный запас и начинаешь немножко понимать там. Также у меня денег не было, был черно-белый телевизор, работала одна волна, то есть у меня дома, то есть о политике. И, как правило, я включу это, просто слушаю, о чем мне говорят там. Помню, в те годы еще они Обаму раскручивали. И вот часто услышал речи его. То есть он хорошо подкован в политических словах, И я тоже слушал, старался понять, что он там говорит. Но, как правило, много чего непонятно было. Выхватывал только слова, которые более-менее мог перевести по словарику. То есть, если кто из вас собирается переехать в Штаты, то есть не заморачивайтесь с английским, приезжайте сюда и все выучите. То есть просто нужно время. Так как вы будете находиться в этой среде англоязычных, американо-англоязычной, то будет гораздо легче учить, чем находиться, то есть у нас в России, то есть с учителем-переводчиком. Что еще могу сказать? Также радио можно слушать. То есть когда в машине ездишь, то есть поставишь волну, где только разговаривают, и то есть пытаешься понять, о чем говорят. Также мне ученик, то есть у меня ученик был с Австралии, тоже говорит, что купи, каждый день покупай New York Times, там очень хороший язык. То есть, если даже не понимаешь, просто читайте слова. И это, как правило, откладывается. То есть, старайся набирать свой словарный запас хороших английских слов. То, что New York Times обычно там, в принципе, меньше сленга. Но сленг, понимаете, это отдельный язык. То есть, когда я приезжал сюда, здесь говорят по-английски, плюс еще сленг. То есть, какие-то слова придуманные. То есть, их словаря нету. То есть, надо разбираться через местных жителей, то есть, кто в Нью-Йорке живет, что это и как обозначает. Ну, вот, проходит время, начинаешь тоже в сленге понимать. То есть, не так просто это все. Но скажу так, что где-то в течение года уже можно более-менее что-то понимать. Конечно, не спецом быть, но уже будете понимать. Я здесь тоже уже 18 лет. Но иногда какие-то слова проскальзывают, что непонятно, там политические какие-то слова. Ну, то есть, посмотришь опять же, что по интернету, что это означает, и понятно. Акцент я свой специально тоже не меняю здесь, только так как, когда на кастинге ходишь, им нужен кто-то, что, ну, то есть, как правило, бандиты нужны, которые русские. То есть, не те, которые здесь актеры пытаются изобразить с акцентом якобы там. Гораздо лучше слышать настоящую речь с акцентом. То есть. Ну и мне также некоторые режиссеры сказали, что не меняй акцент, потому что если поменяешь на полностью английско-американский, то исчезнешь, здесь не будешь выделяться из всех актеров, а так как ты так просто будешь уникальным. С вами был Евгений Мишин. Всегда рад ответить на ваши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда буду рад ответить на вопросы еще раз. Пока.